И теперь по порядку. Новое назначение в администрации Волгоградской области. С сегодняшнего дня к работе приступил первый вице-губернатор Александр Меркулов. Он будет курировать сферы строительства и ЖКХ, а также топливно-энергетический комплекс. Продолжит Игорь Морозов. Александр Меркулов уже известен жителям нашего региона. В 2009 году он занимал должность главного федерального инспектора по Волгоградской области. Человек опытный, человек знающий, знающий изнутри наш регион, знающий проблемы. Причем опыт огромный. Крайнее место его работы – это руководитель, представитель правительства Кабардино-Балкарии. Я считаю, что нашему региону очень сильно повезло. Мы совместное решение приняли с Александром Викторовичем, что он возвращается в полюбивший регион, Волгоградскую область, и будет работать на благо, на развитие, на благо жителей Волгоградской области и в целом на каждого из нас здесь сидящего. Первый вице-губернатор уже приступил к исполнению своих обязанностей. Александр Меркулов будет отвечать за ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, а также сферу строительства. В каждой из этих отраслей свои проблемы. Так, например, планы по вводу жилья в эксплуатацию сегодня явно занижены, отметил Меркулов. Между тем, есть способы, как исправить эту ситуацию. В первую очередь надо посмотреть наши резервы. Резервы – это имеется в виду незавершенное строительство, которое на сегодняшний день есть в области. Это, безусловно, частный сектор, который есть в муниципальных образованиях. На сегодняшний день, по информации, которую мне представили, он составляет более 23 482 индивидуальных жилых домов, общей площади свыше 2 миллионов квадратных метров жилья. Безусловно, если поработать на этом рынке, поработать с главами администрации по завершению строительства и вводу в эксплуатацию данного жилья, мы получим совершенно другие цифры. По словам Меркулова, в первую очередь планируется направить усилия на развитие ипотечного кредитования для обеспечения жильем молодых семей, а также жителей сельских районов. В целом же, сообщил первый вице-губернатор, он будет ставить задачу выйти на показатели 2008 года, когда в регионе было сдано более 800 тысяч квадратных метров жилых площадей. Игорь Морозов, Виталий Кошелев, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».